Казахстан. Молодцы. Вот. Ну, добрый вечер, наши дорогие гости. Мы рады вас приветствовать на древней земле Болгара. Как добрались-то? Нормально? Ничего, никто не мешал, ничего? Все хорошо было? Светло, да? Ну, молодцы. Ну, я видел фонарик, то у вас это нормально. Телефонами не подсвечивали, нет? Нет, не пришлось? Ну, хорошо, молодцы. Молодцы, что добрались. Молодцы, что прибыли. Счастья вам, здоровья. Пусть будет всегда мир и благополучие в ваших семьях. Чтобы вы прибывали и прибывали к нам. Увидеть наши замечательные архитектурные памятники 13-14 веков. Услышать нашу удивительную историю. Послушать завораживающие видео. Ну а сами-то вы готовы? Да! Тогда давайте! О, молодцы! Смотри, первый дипломат, который там привез, а? Настроение привезли свое? Да! Молодцы! Улыбки вижу, глаза горящие, даже фотографии вижу. Молодцы! Именно такую дань древний город и принимает. А в честь этого на Большом ханском совете... Кстати, знаете, чем Малый Ханский Совет от Большого отличается? Да. Чем? Он большой. Нормально, нормально. С лингвистикой все хорошо. На Малом Ханском Совете все приходится самому делать. А вот на Большом постановлю так, как Ханбике сказала. А посему постановил я отрядить самых лучших, самых достойных людей древнего города Болгар сопровождение к вам, чтобы почти все рассказать, почти все показать. Не пытайте их, они под подпиской, но не разглашите. Все тайны не расскажут. Вот когда 10-й раз приедете, почти все тайны расскажут. Встречайте их! Галина Ханум! Галина Ханум! Сабия Ханум! Елена Ханум! Так, это пятая группа. Вам самого достойного отрядения. Пятая, нет, шестая. А, у вас нормально. 1, 2, 3, 4, 6. Да. Считать умеем. Вот. Так что, шестая группа. Иди сюда, мой дорогой человек. Нет, подожди, вы подожди. Тебе придется дождаться самого достойного, буквально одну минуту. Ну, узнаешься самый достойный, ладно? Вот тебе такая сейчас самая ответственная работа, поддержи свою группу. Ну а сейчас, по традиции дедов и отцов наших, примите сие угощение из рук моей любимой жены Ханбике. Рахим и Дагас. Угощайтесь.